Доброе время суток, уважаемый подписчик. Вот мне ребята, мои подписчики, скидывают видео. И сегодня в продолжении этого видео будет нарезка моментов с черным Костей. Как его там угостили на Савеловской волшебной сигаретой. Посмотрите, что делают данные вещества с людьми. Вот. Вы говорите, что я там иногда загинаю и несу чушь после водки. Но там такое состояние. Я сейчас посмотрел. Ну, не знаю. Мне было и весело, и грустно одновременно. Но все же канал существует для того, чтобы показать неправильные действия людей в этом мире, неправильное их поведение. Вот. И в конце ролика я добавлю тоже фрагментик. Один из подписчиков, Евгений, купил, значит, себе легенду российского, советского мотопрома. Посмотрите, какой драндулет он там себе приобрел. Зачетненький. Ну и сегодня выйду я в прямой эфир в трезвом состоянии. Кстати, еще сделаю ссылочки там в описании канала. Создал я второй канал. Ну, пока не создал, создаю. Вот сейчас сижу за компьютером. Значит, человек один, который вот по рекламе, мы никак с ним не договоримся, не встретимся. Вот, он мне посоветовал название канала, и оно так прям мне зашло. Сейчас посмотрю, данная площадка не занята, если, то я обязательно сейчас сооружу новый канал. Так что, люди, кто случайный зритель, заходите, подписывайтесь. Будем развиваться, будем вместе работать. Вот, звонил, значит, короче, с Белоруссии, вот этот Лис, да Лис. Тоже заходите, такой, ну, своеобразный, интересный чувак. Мы вместе с ним будем делать ролик. Ну, пока он мне не звонил, сказал, по видеосвязи позвонит, задаст мне там определенные вопросы, на которые я должен буду ответить. Такая песня. Ну, еще раз повторюсь, сегодня выйду на часок, на полтора в прямой эфир. Пока сейчас день, сейчас завершу с настройкой канала, чтобы занять площадку данного названия. Вот. И, значит, пойду гулять с Весточкой со своей. Запишем, выйдем в эфир в прямой. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Будем работать, будем дружить. Ну, а кому я не нравлюсь, ребята, всем не понравишься. Поэтому, извините, уважаемые не почитатели моего канала, значит, подписывайтесь на других. Есть куча платформ, площадок, есть куча всего интересного в Ютубе. И поэтому все так произошло. Смотрим видео, смотрим на Костю Черного. Смотрим на ужасный мотоцикл. Ужасный по красоте. Да он и так узнает меня. Что это я? Я убитый пиздец. Если я выжил, нахуй. Лайк тебе. Один хуй. Всем лайк. Но меня пиздец. Ты что сделал, бля, нихуя ты. Он же, не надо, бля, он выложит это потом в интернет. Нахуй надо. В интернет. Ты что говоришь?
Все, давай. Прекращай. Не надо мне убитого на пост, блядь. Теперь я не пойду никуда. Нихуя ты гонишь, блядь. Ты что сразу-то сказать не мог? Снимай, все, не снимай. Не надо. Чё прыгаешь? Блядь. Ты чё? О, алло. Вася. Да ебаться не надо такого же, блядь. В каком состоянии? Люди, привет. Лайк. Всем. Всем привет. Привет. Че, вот надо. Ты тоже хочешь блогером стать? Чтобы встретишься, это все убийство. Будет встретиться, это все убийство.
Я тебе скину. Отвечаем. В Советском Союзе советские мужики это были лютые звери, блин.